Друзья, здравствуйте. Хочу представить вашему вниманию очень интересный сверхлегкий нож. Нож выполнен из наноматериалов. Здесь карбон-композит с лазерной гравировкой, который мешает скользить ему в руках, если он будет липким и мокрым. Вот эти щечки выполнены из титановой 3D-печати, а само лезвие из стали D2. Нож антирефлекторный, вы видите, он практически не блестит, в темноте вообще он великолепно маскируется, вот эта текстура и самого лезвия D2 и карбоновых щечек с титановыми, что практически в руках позволяет ему быть незаметным. Очень легкий, можно носить в карманах пиджака, джинсов, куртки, он не разрывает карманы. То есть он в половину легче ножа из стали, только из стали. Здесь основная масса — это лезвие. Очень легко открывается. Единственным недостатком есть характерный щелчок. Вот смотрите. Допустим, есть скоба, которая позволяет его крепить на одежду. Но этот щелчок его, конечно, выдает в темноте. Вот, раз. Видите, рефлекторная только кромка алмазной заточки. Он настолько острый, что им можно бриться. В умелых руках, я вам скажу, он может, скажем так, порадовать хозяина. Даже в сложной ситуации. Есть отверстие для темляка. Подтягивается монеткой. Внутри подшипники. Подшипник, очень-очень мягкий подшипник. Фиксируется он вот этой, на щечке, видите, вот этот рычаг. Фиксация лезвия. Открывается очень легко плавником. Но единственное, что мне не нравится, это вот